Я напомню, что на нашем сервисе, на нашей трансляции подключен сервис от наших партнеров Couch TV. Благодаря этому сервису вы можете посмотреть статистику по персонажам, которых пикают команды, увидеть, каких героев статистически им было бы выгоднее всего взять. Ну и после стадии драфтов, во время самой игры, это в первую очередь относится к зрителям нашей трансляции, вы можете смотреть игровую статистику, просто потыкайте по экрану, посмотрите, что там есть, очень много интересных функций. И не забывайте также клепать в поддержку одного из игроков, выступающих сейчас на сцене. По результатам каждой встречи мы будем подводить итоги и смотреть, кто станет самым полезным игроком, по мнению наших зрителей. Драфты уже на ваших экранах. Первая карта этой Best of 3. Ну, весь классика, да, дадут, если отдают какой-то топовой команде, то и будут забирать. Во-первых, Свена нету. Это как бы баф Warcry. Но у тебя есть, во-первых, Дарксир, который будет тебе собирать Crimson Guard и так далее. Это очень круто всегда работает. Против Герокоптера, который, скорее всего, может появиться. Хотя LGD могут... Такая команда, которая может и не через Герокоптера сыграть, но нет, все-таки это Герокоптер. И, ну, если есть Джакира, почему бы его не взять? Ну, Джакира — это хорошо под комбинацию. Во-первых, комбинация. Во-вторых, Сокшка очень круто. Вот эти две игры, которые они... в которых они закопали секрет, очень круто отыгрывал роль дизейблера. Ice Pass всегда минимум два персонажа стояли, а то и три, а то и четыре. Я там видел тоже пару айспасиков, когда он клал. Правда, поэтому... что уже, наверное, можно употреблять фразу «знаменитая французская двойка». Знаменитая французская двойка, да. Это как раз сейчас Сеп и Сокс. Пять героев вполне возможно, да, будут стоять под этим делом. Ну, надо сказать, в Макропире и так далее. Надо сказать, что Сошка очень скромничал, когда давал интервью, говоря о том, что он действительно очень слабо выступает по сравнению с Нотейлом. И давал он это интервью прямо во время стадии плей-офф, и он остался при своем мнении после выигранных серий после, с командами Evil Genius, с командой Secret. Но при всем при этом он действительно нащупал, вот, пожалуй, два главных персонажа, на которых он себя зарекомендовал. Первый, очевидный достаточно, это Жекирос, а второй, ну вот он чаще других, брал Варлока. Герои в целом не знаю, насколько сложный по исполнению, коллеги рассудят лучше этот вопрос, но, по-моему, он неплохо исполняет, вот, по крайней мере, сейчас. Ты стоишь в позиционке, когда твои там фронтлайнеры идут вперед, ты стоишь в позиционке, и просто, когда начинается драка, ты в эту драку закидываешь скиллы издалека. Ice Pass издалека, банды Варлока издалека, Голем, соответственно, тоже издалека. И замедление апхил. Это все издалека кастуется. Это главное тебе кинуть. Главное, чтобы тебя быстро не фокуснули. Главное, типа, просто аккуратно нужно отыграть. Чтобы ты первый не умер, ты не был в центре замеса, и чтобы тебя не вырезали. Вот что самое главное. Короче, самая выгодная позиция — это стоять сзади и что-то кастовать. Ну, так и делает, все получается. Да, но это не так просто, на самом деле, просто стоять сзади, просто кастовать. Просто. И много игроков не владеют этой техникой. Поэтому, а что же они делают, Дмитрий? Они ходят и фидят, бегают, варды проверяют лицом. Они вперед? Ну, давай так, недалеко не отходя, вернемся к габитам, вот к той игре, где играл Фэнга Ночения. Поднимается на гору, вперед крипов, не проверяет ничего, получает пятерых на лицо. Это классический. Они его убивают. Через пару минут возвращается туда же, говорит парни, вы еще здесь? Вот это новости. Ну, то есть это не всегда хорошо, когда особенно есть опции генерать героя. Я не говорю про вардинг, я говорю исключительно про замес 5 на 5. То есть вардинг, понятное дело, что это, как правило, дело индивидуальное, и там уже люди по-разному вардят. Одни агрессивно девардят, вторые делают это поосторожней. А я говорю конкретно, самая выгодная позиция в замесе 5 на 5 — это просто стоять сзади, ждать, когда Дарксир стянет, еще один герой примет на себя удар, и сделать ситуацию так, чтобы можно было дать Ice Pass, микропиру по двоим и по четверым. В принципе, если в команде появляется любой плюс один, идеально как раз ему отдавать таких героев, потому что ему не нужно там думать, как ворваться первым, синициировать так, чтобы его команда была в позиции. И такую задачу лучше всего перекладывать на тиммейтов поопытнее, тиммейтов, которые работают как один механизм. И в данном случае я бы сказал, что вот Ана на Сларке такую роль и выполнял. Он урывается первый, он принимал на себя весь удар, он вовремя прожимал либо Blocking Bar, либо Dark Pact, и в этом случае как раз вот Ана как инициатор смотрелся весьма удачно. Инвокер для Топсона, и это подтверждает нашу гипотезу о том, что европейский коллектив будет продолжать также пикать просто герои, которые им нравятся, и при этом они еще очень здорово друг с другом взаимодействуют. Поэтому все отлично пока что у них, эта тройка была в матче, первом матче против Secret. Они, ну, там были как раз-таки Spirit Breaker, который в бане оказался, да, в первой стадии. Потому да. что, ну, это реально очень мощный герой с Дарксиром. Мы видели, как вообще... Джерекс вообще MVP тогда, мы его признали, MVP того матча. Потому что как он сделал вот эти первые 10 минут, это было вау реально. Его забанили, понятное дело, не хотят такого экшена по карте. И Сларк был. Как раз Сларка тоже убрали, потому что мы его обсуждали уже. Этот парень, который реально против Герокоптера Виспа как никуда круто работает. Он не боится ни ультимейта, даже он там замедлится, будет еле двигаться, и Герокоптер там на мулспиде будет его очень жестко кайтить. У него паунс есть, он всегда может присосаться к виспу и просто его сожрать. И он может в двух-трех героев зайти. Если нет жесткого дизейбла, у Герокоптера Виспа нет этого жесткого дизейбла, то как раз-таки он вообще ничего не боится из-за того, что у него есть Дарпакт.
Ну и самое главное, что он был фронтлейнером. Да. Он шел вперед, и Дарксиру комфортнее давать по пятерым вакуум, если кто-то спереди создает шумиху. Но пока большую шумиху создает Никс. То есть я удивлен, что они его не забанили. У них три героя уже страдают против Никса, Ассасина. Три героя. И Дарксир, и Инвокер, и Джакира. Если, не дай бог, игра затягивается, и OG не пропушивают, Никс просто урубает вообще весь, ну, весь пол OG. Очень круто, что они его вспомнили. Я бы на месте OG сейчас, опять же, вспоминал вот этого героя, который, на котором играл Ана, это Джиггернаут. Как раз он тоже очень здесь неплохо работает. И против Никса он его не боится. Любое заклинание, Никс умирает, да, и Блейд Фьюри классно. И на линии очень стоит. Круто, да, Карапасы тоже неактуальные. И Омни Слэш тоже великолепно против Никса всегда. Появился земель. Вот нужно ромер. Я про то, что теперь у меня больше нравится ситуация не с Джиггернаутом, а с Лайфстиллером. Лайфстиллер тоже хорош. Потому что если выбирать из этих двоих, то Лайфстиллер поувереннее, во-первых. Во-вторых, у него рейдж получше будет, чем просто крутилка, в плане того, что ты носишь больше ДПС уже минут с 15-й. И самое приятное то, что у тебя будет на фейсбомбах, то есть у тебя килл-потенциал повыше будет. У тебя 22-й пик у команды OG, они же дабл. Висп, да, висп там двойной, да, OG 22-й. Поэтому они могут подумать и решить, сейчас увидят как раз-таки пик, баны, будут пик LGD на мидера для мейби, и, соответственно, потом OG себе закроют вражеского мидера нормально, и себе тоже выберут персонажа, который будет более круто подходить. По поводу пика Никса, на самом деле, могу еще добавить, что он смотрится здорово с той точки зрения, что Сошке очень Кентавр. Неудобно будет играть. Потому что если вот эта техника дистанционного боя, она ему претит, то тут придется думать теперь, когда, что кастовать, куда, и вспоминать все время об этом Никсе, который Джеки Росса сможет и находить. Просто создать дополнительное давление на играющего тренера команды OG, мне кажется, это правильно с позиции LGD, потому что он, ну, очень моральный игрок такой, он, то есть, эмоциональный, и легко выбить его из колеи, тем более, что он не до конца уверен в своих силах, если верить его словам. Крепкий замес. Супер крепкий у LGD. Но теперь мне не очень нравится драфт. То есть, с одной стороны, у флейнера, который бьет первым, создаст ту самую шумиху, под которой ворвется Яркоптер Висп, это хорошо. Но вот у них сейчас на 4 героя ни бурста, ни урона, ничего нет. Вот, до там, глубокого лейта. Зато у них очень сильный замес, потому что у тебя Эсперид БКБ, ну, из-за того, что четверка соберет поздно. Джакира, соответственно, нет. Дарксир БКБ собирать не будет. Инвокер тоже поздно, потому что ему до этого нужны слоты. И Аганим там, и какой-то эскейп артефакт, Медас. Первыми четырьмя героями Тайдхантера не убить за бурст. И не убить он, его. Он просто соберет магический резист, какой-нибудь пайп, и они вчетвером его не смогут вырубить. Ну, давай так, если ты будешь вот этими героями вообще хоть раз пытаться фокусить Тайдхантера, ты игру уже проиграл. Это точно не стоит делать. Соответственно, Тайдхантер просто идет вперед, как бы арбуз, герои без БКБ бегают и смотрят на замечательный рейдж. На месте LGD главное вот сейчас не умереть от какого-то Джаггернекса, потому что у них ноль контроля в Блэкинг Бар. Это большая проблема. И у них ноль бурста в героев с Блэкинг Баром. Я бы еще добавил, что у них линии не очень сильные получаются. То есть у тебя сетап будет Герокоптер Висп. Это сильно, но не против всех героев, как раз таки против этого. Земелья и Дарксира будет очень тяжело под щиточками будут забегать. И там не повоевать, не пострелять, их ничего не поделать. И на сложной линии у тебя что-то будет формата New State Hunter, что тоже звучит как просто два милишника. Но опять же, мы должны вспоминать... Еще то, что OG играет, любит играть бесконтактный бой. Они очень круто кайтят драки. И они там за счет одного инвокера, за счет каких-нибудь там камней издалека Джерекса или вылавливали персонажа какого-то в драке, который отошел, да, там шаг влево, шаг вправо, и все, моментально тебе его сожрали. За счет этого OG, да, у них драка вроде 5 на 5, она послабее выглядит, но вот и за счет кайта, и за счет там мобильности персонажей, они спокойно могут LGD просто переигрывать в этих тимфайтах. 104-й кофейник. Да, ну видишь, забанили Шака, не хотят видеть от мейби именно этого героя. Тебе сейчас будет уезжать какой-то герой, который Ляны нужен. Опять же, я думаю, что... LGD это Шторм. Джиггернаут Ластиллер это одно из двух, да. И потом уже Шторма можно будет добирать. Хотя, опять же, то есть берешь Шторма, ну, настолько неприятно будет на линии стоять. У тебя Висп Нюкс, это два не особо любящих бегать по линиям персонажа. Все особой поддержки в центр не будет. Папа. И... Копа лучше. Копа лучше, там... она будет уходить. И она хотя бы сколько-то, да, потому что Шторм вообще никак не уходит. Там вкатывается земелье, колснап, ты умер. Копа здесь сколько ты пережила, там Сайленс, допустим, ты уже сваливаешь. А все еще в пике есть Темпларка, она сюда не заедет? Там Земелья под щиточком будет заезжать. Ее могут расщепить, да, до БКБ могут базу снести, если она зайдет.
Ну, опять же, затянулась дота, поэтому Блокенбар на свой 100% тогда можно соберет. Просто Меду забрать уже и не париться, или, знаешь, спектру какую-нибудь. Просто так. Вначале страдает опять вот эти щиты Darkseer, пока ты там бегаешь со своим дезолятором, у тебя не очень круто работает рефракшн, у тебя очень много периодического урона от земель инвокера, Джакира и, соответственно, Darkseer, да, который сам имба. Ну, у тебя этот рефракшн будет спадать, и ты не можешь драться без Блокенбара. Игру нужно будет затягивать, и там уже где-то в лете. Я выскажу такое мнение, что... В целом, LGD лейт и так выигрывают. Ух ты. Без темпларки, без тени, без ничего. То есть первых четырех героев в целом для лейта бы и так хватило. Им нужно было что-то для вот темпа игры, чтобы хотя бы как-то стоять. Тайдхантер с Никсом это слишком сильный лейт, потому что один просто вырубает всех героев OG. Вот всех четырех героев реально вырубает Никс Ассасин, а Тайдхантер, если он доживет до 25 уровня и начнет махать якорем, имея талант на дэмэдж, то он там реально будет раздавать, причем раздавать нехило с артефактами. Поэтому Тини такой неплохой промежуточный вариант, который по спейсит, у которого довольно-таки мощный раскрас, то он просто будет играть на гирокоптера. Видишь? К слову, ну да, все очевидно. Джаггернаут за баннеры на Айкса взяли, там больше не было таких супермощных коров для OG. И OG нужно как по-быстренькому снести, там минут попытаться, да, и будет очень тяжело, потому что HD не приходит, у него слишком большая тычка с руки в центре, а инвокер от этого... И если он берет левел, у него там еще и брони сверху. Да-да-да, плюс десяточка. Много... А про то, что он приходит, у тебя там 40 урона, у противника там под 70-80. Ну а для OG, по сути, ничего ж не меняется, если им надо сыграть быстро, они это сделают с огромным удовольствием. Они попытаются это сделать, но получится ли или нет, это мы сейчас узнаем. Ну, LGD очень крепкий пик. Ну, тяжело, конечно, это ж... Они могут даже не быстро играть, они должны преимущество забирать, они должны LGD давить. Это может игра закончиться на 40-й минуте, но ты должен с преимуществом заканчивать именно с этой, с жиром, да, с критической массой. Потому что если ты будешь играть вровень и будешь ходить в лейт вровень, ты проиграешь. Я на LGD. Серега на LGD, Митяй. Да я на ОГ. На ОГ. Дмитрий. LGD. Разбавили паритет в пользу китайской команды. Да, Дмитрию импонирует этот коллектив. Ну, неудивительно. Давайте посмотрим, как вы в чате Твича проголосовали за эти команды, если, конечно, голосование было. Да, надеюсь, что было. Вот сейчас оно появится. Именно так. 70% на команду OG, 30% на китайский коллектив. Будем надеяться, что игра получится горячей. Такой же горячей, как горячая штучка. Чебупели, чебупица, бульмени и кругицы. Твой буст для яркой катки. Первую карту первой Best of 3 серии сегодняшнего дня для вас будут комментировать Crystal May и Иритель. Им слово. Спасибо нашей студии аналитики. Надеюсь, то, что вы, друзья, сейчас немножечко подзорвете. Давайте! Во! Уже работаем. Похоже на правду. Действительно, первый матч, открывающий матч в арене, в такой крутой арене, которая здесь вот действительно беспрецедентный случай для нашего города, для эпицентра в целом. И отличный матчап, самое главное. И, да, отличная открывающая игра. Несмотря на то, что наши аналитики говорят о том, что китайский коллектив здесь победит, и драфт у них лучше, я, честно говоря, крайне сомневаюсь, потому что это Топсон на инвокере, это любимый джерсовский спирит, это то, что мы любим, это те самые сигнатурные персонажи, которые нам покажут OG. Это действительно так, и очень хотелось бы на это посмотреть, и мы уже начинаем врываться в бой. Действительно, карта перед вашими глазами, Best of 3 серии, и все это на вылет уже. Последние разыгрываются, ясное дело, у нас уже места, но здесь уже по DPC очкам особо ничего не решает этот момент, потому что и OG, и LGD уже заработали. Ну, ребят, вы знаете, что делать. Вопрос только в том, у кого здесь длиннее Сеп, посмотрим. А у кого, сейчас. У нас или у арены? Так, арена, Сеп! Боюсь, мы такое не переплюнем с тобой. Я даже пытаться не буду, так что настало время врываться, действительно. Так, у нас получается сейчас OG пытаются сыграть триплой на топе, хотя все еще, конечно же, могут передвинуться. Особенно если взять то, что Ане явно нужен саппорт здесь на ботом линии. У него достаточно сложный матчап, если взять то, что это Tidehunter против него. Да, Найкс не особо боится из-за рейджа и, в принципе, всегда может снять дебафы. Но все же это милишник против Tidehunter. Это милишник против Тайдхантера, но, с другой стороны, самое главное, что будет работать дабла знаменитый гирокоптер против вместе с всего Витом. Того, что есть здесь. Да, это очень-очень страшная штука. Мы знаем то, что на самом деле на ESL Бирмингеме очень многие команды пытались играть с виспом, но у них совершенно это не получалось, и он имел достаточно низкий винрейт, особенно в отличие от какого-нибудь Свена, который просто там доминировал 80% винрейтом. Но сейчас все поменялось, и мы видим то, что коллективы явно подготовились к тому, чтобы играть гировисп. Действительно, и на самом деле на этом турнире я уже слышала, что наши аналитики исключительно положительно высказываются об этой связке. То, что она как была метовая когда-то, так и остается. То, что она не теряет своей актуальности, и как бы герои не менялись, все равно эта связка продолжает играть. И что ж, посмотрим, как у нас Мид будет играться. Тини. Тини такой... против Вокера. Тини да. Жирный, с одной стороны. Вокеру достаточно сложно его пробивать в самом начале. И мы понимаем, то, что это топсоновский квас, вексовый, быстрый Вокер, который будет создавать максимум спейса для своей команды. Это то, что мы уже видели на протяжении первых дней плей-офф в стадии.
как раз-таки он справился там на ура. Это быстрая урна, это фейзы, это скорость, это бег по всей карте, развал кабинетов налево и направо. Чилис, кстати, начинает страдать, потому что второго саппорта у него пока что нету. Никс Ассасин находится сейчас между тир 2 и тир 3 вышкой, отгоняет крипов на себя. Ну, в принципе, привык к такой ситуации сам по себе Тайдхантер. Он к этому рожден, и он готов терпеть. Тем более, что у Икс снова более важная задача, и он сейчас будет заниматься грязными вещами. Ну, а с другой стороны, Себастьян делает ровно то же самое. Он уже дабл пачку забрал и будет с ней идти к себе. Ну, либо здесь крипам пойдет, возможно, пойдет и под тавер. Но это далековато будет, ему около крипов вполне себе комфортно должно быть. Но туда прилетает уже Икс снова. Я думаю, центральным, конечно же, игроком уже и в самом начале игры будет тот самый спирит от Джерекса, потому что именно он должен создать спейс для Топсона, в самом начале выиграть ему линию. Также, конечно же, помочь еще и Себастьяну на его дарксире. Хотя по факту дэмэджа в начале игры вот именно против виспа Гирокоптера здесь не хватает. То есть нужно, чтобы парни на виспе очень-очень серьезно ошиблись позиционно на линии, и в таком случае есть шанс хоть как-то их убить. Джерекс на земле — это легенда своего рода. Да. И самое главное, так, тут уже зацепили, Себастьян пытается его пробить, не хватает дэмэджа, но Ифай большие проблемы, его сейчас могут забрать прямо под тавером, пытаются это сделать, но он уходит отсюда, отбивается флаской и забирает Джерекса. Как это случилось? Джерекс был уверен в себе и в том, что хватит дэмэджа Сайеншелла, но не хватило Ифай, отбился очень-очень вовремя, но кроме этого еще и подкапывает Арсира. Сеп может здесь погибнуть, у него нет суржа, у него нет второго левела, он не сможет здесь спастись. Мы видим то, что вот этот грязный геймплей под названием «Давайте заберем две пачки крипов» — это слишком гридово. И за это нужно наказывать, и Никс Ассасин вместе с Виспом смогли это сделать. Да и за драки по Т2 вышкой нужно наказывать, мы видим. То, что это случилось вполне сейчас. Ну, а на миде что мы можем наблюдать? Пока ситуация вполне себе в сторону тени идет, но по крипам пока что Топсон, ясное дело, не имея экзорта, не хватает ему просто дэмэджа столько, чтобы и харасить хорошо, и добивать крипов при этом. Ну, если ты не экзортовый инвокер, да, тычка у тебя очень-очень слабая, именно поэтому ты выходишь сразу же в фейзы. Но вопрос еще и в том, что Тини, будучи силовиком, не имеет хорошего монопула, и в том случае, если он попадет под торнадо Векс-Векс-Векс, то в таком случае из него просто выбьют всю ману. ЕМПшечкой. Продолжает Себастьян наглеть, продолжает. Вот этот типичный геймплей Дарксира продолжается на нашем экране. Снова его подкопали. Но дэмэджа-то может просто не хватить. Он жирноват для этого дела. И все не так хорошо складывается. С другой стороны, они полностью освобождают линию для Найкса на ботами. Именно поэтому Анна должен чувствовать себя просто очень-очень вольготно, потому что Никс Ассасин все это время проводит именно на топе. И Анна фрифармит. Соответственно, Сошка помогает ему отгонять Чилиса. Тот уже с третьим левелом. В принципе, по крипингу у него все не так уж плохо. 10 лосхитов имеется. Да и у второй позиции первый у обеих команд все очень хорошо даже идет. Вижу то, что и Топсон выровнялся по крипстату. Все складывается неплохо. Вот самое главное то, что мы привыкли видеть Дарксира где-то на первых позициях по крипстату. А здесь мы видим 9-0. И это, мягко говоря, маловато. Джеракс, ему очень больно, ему крайне больно. Ему придется здесь попытаться уйти при помощи... Роллинг-болдера, да, надо. Так... Пытается. Нет, а, подложили. Застрял. Не получилось все это сделать. Отличная работа от LGD. И сейчас должен уже погибать. У него нету эскейпа, есть подкоп, и все дело складывается чисто. Это вторая смерть для F-Spirit. Начало игры для него не должно быть таким ни в коем случае. Мы все прекрасно понимаем, что F-Spirit именно тот герой, который постоянно появляется на разных линиях, ромит, напрягает. И, ясное дело, не умирает или как минимум умирает в размен. Здесь же, в свою очередь, LGD получает просто все бенефиции 3-0, которые... Пока для OG нету окошечка для того, чтобы сделать какие-то флаги. Еще попытка на Топсона будет ли выйти. Ну, есть отличный скан, все это дело палится. Но успели Топсона подцепить. Avalanche Toss, подкоп. Пошло. Топсон, жить нужна хелпа. Сошка приходит, откидывает всем чемток. Возможно, у Топсона очень много регена за счет того, что у него второй квас, но его все-таки добивают. И никакого размена. Тотальный развал, пока что начинается. Но этого явно, я думаю, никто не ожидал изначально. Но с другой стороны, посмотри на земелью здесь и посмотри на пик в целом. Тут как-то нет особо шансов на начальных уровнях пытаться ходить с кем-то убивать. Дэмэджа банально не хватит. Если бы это был бы квас экзортовый инвокер, может быть, и был бы шанс. Возможно. А так здесь придется... Здесь есть классическая схема под названием Майншелл. На F-Spirit он может прийти на мидл, да, тпшнуться, например. И таким образом, в принципе, Ти не пробиваем. Несмотря на то, что да, он достаточно жирный, но квасовиксовый инвокер имеет потенциал по дэмэджу. Амя вместе с Вайем сейчас будут напрягать Сепа. Пошли баражи, пошел станчик сверху. Здесь приходит еще и Сошка, подзадувает хоть чем-то, но Дарксир погибает уже второй раз. Джерекс может отправиться в таверну уже третий раз. Боже мой, какой развал, 6-0. Но с другой стороны, Сошка забрал баунтос. С привлечением в Китай. Пока что LGD начинает наконец-то выстраивать ту игру, которую мы от них ожидали. Она нет тут... рейджа, он никуда здесь не уйдет. Боже мой, какой развал. Друзья, нужна поддержка OG. Вовремя все это все оказалось, действительно.
очень нужна им поддержка. Сейчас явно они чувствуют себя не в своей тарелке. Напоминаем то, что это команда, которая приехала сюда в полном составе, но осталась в итоге в замене. Вот так получилось. И они вынуждены вот последние себе очки зарабатывать именно с этим. Слава богу, то, что получилось. Слава богу, то, что дофармили то, что им было необходимо на слот. И теперь война больше вот такая, респект за деньги, за титул и прочее. Так, ну что, Сошка попался. Подкоп тоже будет, контроля очень много, и дэмэджа должно хватить, и несмотря на всю его жирность, его тут просто блочит, он не может до шрайна дойти. И на этом погибает, да. Неприятно, неприятно. Соло-киллы без каких-либо разменов для OG, но при этом всем всего лишь 2000 перефарма. Это не смертельно. Самое главное, это, конечно же, левелинг для PSG. Он сейчас очень-очень хорош, экспириенс все больше и больше они получают за счет киллов, за счет того, что фрифармит на практически каждый из линий. Правда, вот на какое-то время сейчас отошел у нас Тини, Топсон, соответственно, фрифармит сам, приходит сюда же FY. Но ощущение, конечно, смачок, что OG надо двигаться. На это начинает двигаться с фейзов, особенно на Топсоне. Сейчас такой хороший смог может получиться. Выходит. Сканта уже нет, спалить их да, нечем. Топсон по факту мертв здесь. Если у них, кстати, какой-нибудь даст, потому что можно уйти в Гоствок. Топсон, Торнадо, Гоствок, но нет. Он был близок. Да, Себу тут нужно тоже поддержать, конечно. У него все пошло не так хорошо. Мы видели его раньше все время где-то на первых строчках по нетворсу. Здесь мы видим его на третьей с конца. Насколько это плохо просто пока что складывается. Самое главное, что этого нетворса нет ни у кого. Здесь и третья, и четвертая, и пятая позиции. OG чувствует себя очень и очень грустно. В свою очередь и Висп набирает, и Никс Ассасин набирает. Итого у PSG все просто замечательно. Именно с точки зрения нетворса. Ами, конечно же, шестым левелом кулдаун есть у него. И таким образом он очень-очень опасен. Поэтому на эту линию, возможно, не стоит заходить. Но нет, все вместе с Топсоном передвигается на топ. Ами один здесь. Его саппорты находятся на миде. Сейчас идет ТП как раз на подсейв. Ами в FY очень-очень вовремя прилетает сюда же. Прожимает все свои кнопки. Топсон уходит в гоствок. Есть ли вижу на него? Нету вижена и просто уходит. Вот. Хотели как лучше, получилось как всегда. Вот эта ситуация здесь описывается именно так. Вот это проблема, когда ты даешь шестой левел гирокоптеру и на него нападаешь, у него все еще кулдаун, у него все еще очень много дэмэджа, и уфай, тизер очень далекий, таким образом он успевает затпшиться в том случае, если ты не берстишь Ами. Не получилось перебить реген виспа, все было хорошо, пока висп не прилетел, и все равно он дикое количество дэмэджа всадить успел. Ну а с другой стороны, Тайт Хантер, вот у него уже, видим, по деньгам складывается тоже не так хорошо, как хотелось бы. Топсон попался, опять ветра пошли, камушек неплохой залетел, а хватит ли дэмэджа? У них просто может не хватить дэмэджа. И их снова уходит отсюда пешком, и также может сделать и Тини, он вообще ничего не боится. Еще и на Джерекса пошли, они захотят Джерекса забрать, импейл есть, подкопали, еще по тычке. Но... Очень маленький левел у Джерекса, именно эти смерти сейчас по факту стоят ему того, что в мидгейме, он, точнее, уже переходя постепенно в мидгейм, он ничего не может. И этого мало, нужен хотя бы четвертый, пятый, возможно, даже шестой, соответственно, с магнетайзом, в таком случае хватало бы дэмэджа. Да, ты говорил о том, что у Чилиса может быть не все так замечательно, но опять же, Чилис это просто игрок, которому, может быть, и не дают все пространство, но то создают максимум и для Тини, и для Ами на гирокоптере. Сидим, пьем чай, ничего не происходит. Вот да. Здесь очень тихо на линии, Ами его не трогает, он в этом не заинтересован. И то же самое происходит и с Тайдхантером. Он никуда не лезет, и ему хорошо. Ушли все саппорты, для него просто чил настал на этой линии. Maybe с хостой сейчас. Он в любой момент может ее реализовать, потому что она в бутылке. То есть можно активировать, пойти напрячь кого угодно. Можно напрячь Найкса, можно попробовать уничтожить Себа на его Дарксире. Но пока движение здесь минимально 0-11. Ну, конечно, не такое мы ожидали открывающей игрой, но все еще есть неплохие шансы у OG. Они все еще проигрывают всего лишь 2000 нетворса. И Найкс, кроме этого, имеет Мидас. Его можно потом реализовать, да собраться. Кстати, он собирается, ну, наверное, в Радианс. Отлично было. Медасик там что-нибудь в этом роде. Посмотрим сейчас, спасибо, когда нам уже его покажут. Но в целом, да, вот Медас есть уже, и Армлет будет. Это быстрая игра для Аны будет. Интересно, ну, интересно. Это логично, с учетом того, насколько они сейчас могут быстро проиграть. У них нет времени дожидаться лейта. И ну, пока все-таки преимущество не такое большое, но это только из-за того, что большая часть фрагов была очень ранней, и там мало денег давали. Мало экспы с противников и прочее. Могло быть и гораздо хуже. Но самое главное теперь уже не начинать отдавать более нажористые такие фраги и не зарабатывать на этом больше золота. Maybe под хостой и не смог ее реализовать никаким образом. Пытался здесь напасть на Джерекса вместе с Топсоном. Не получилось. Опять же, никакой поддержки не было. Никс Ассасина все еще нет шестого левела. Мы ждем 10 минуты. Как раз таки борьба за руны. Плюс еще и книжки, соответственно, появятся у тиммейта. Просто 4 руны для LGD. Вообще никакой борьбы. Нечем драться. OG прекрасно понимает, что встревая в любую драку, здесь можно получить... Сколько урона! Это вообще законно? Это законно. Это баражи. Кулдаун сверху. Себ может здесь не выжить. Да, последний удар его. Нет, его подхилило. Возможно, у него были стики. Стики брожал, да.
Улетел. Улетел, но ему придется вернуться. И сейчас OG собирается всем своим составом, не считая одного игрока на топе для того, чтобы прикончить хотя бы без спа. Возможно, будет первый килл. Дай бог. Так, ну-ка. Полетела торнадо, полетела UMP. F-Boy серьезно проседает. И вот он, первый фраг для OG. Возможно, он минорный. Ревенж сверху по двоим. Пошел бараш. Ами заряжает по Джерексу, по Сошке. Они оба отправляются в таверну. Все пытаются выжить на лоу хп. 300 хп нужно бежать. Топсон долетает ракета, но он уходит в гоствок. Вижен здесь нету у Мэйби. Да, Мэйби пытается найти, не достает Эвалончем вообще ни до кого. И в итоге уходят все-таки с минимальными потерями, если так можно назвать потерю двух саппортов. Ух, больно. Тяжелая ситуация. Ну, великая на начинается с малого. Да, один но есть. Теперь есть кулдауны у LGD. Соответственно, из-под них можно работать OG. Нет Ravage, нет релокейта. Пошел торнадо Топсона для того, чтобы поддинаить вышку. Не получилось. Не очень по таймингу получилось, насколько я понимаю. А здесь смоук. Попытка подраться будет. И, возможно, они сейчас могут оцепить Тини. Тини. Находит здесь Тини. Пошел магнетайз. Можно больше дэмэджа себе, прожимает суржи, падает шелм, сверху обновляется еще и магнетайз. Надо убивать, он, это очень и очень жирный фраг, снова на подсейве. Как же много людей здесь оказывается, их снова просто перекрывают дорогу. Они дальше не пошли, они испугались, то, что на хайграунде. Ну, можно добить людей. Здесь подкатик от Джерекса, неплохо, нужно больше дэмэджа. Мэйби пытается откидываться всем, чем только есть, и он добивает Мэйби. Туда же отправляется еще и Висп. Вот они, те самые тайминги, когда нету Рэвиджа, нету релокейта. Нужно максимум здесь использовать, и Джерекс это прекрасно понимал вместе с своей командой. Да, он умрет, да, он еще и отдаст Сошку, но на самом деле фраг на тени намного-намного важнее. Контратака от Топсона вместе с Анной, тот может реализовать свой армлет, который еще не докупил. Ладно, еще не время для Анны. Поздно, кстати, получается довольно. Но с учетом, в принципе, Мидаса. Тут первое место по нетверсу так-то. Вот смотрим, вроде все шло не очень и не очень, а тут спокойный фарм, фри-линия и самое первое главное, место что по нетверсу. Топсон, посмотри на него. 4500, 4700 у его противника, казалось бы, да. Все у Топсона шло не очень хорошо, но последний отрезок времени он провел шикарно. Действительно, и мы наблюдаем, в принципе, большую просадку, разве что от Себастьяна. То есть у него действительно большая разница. Оказывается, то, что Ноу у нас оформил уже 9 ассистов, очень хорош, да, у него 2-0-9. Лучшая игра для четверки здесь LGD, ну или пятерки, в том случае, если мы воспринимаем FY здесь как виспа четверку. Хотя, если взять на творцы, ну, они, кстати, как у четверки противника. Да. Но, судя по всему, он на вардах сидит. Я вижу то, что Висп особо здесь не закупается этими моментами. Ну, ему надо. Закупается Мэлштром. Это куча урона. Это еще больше урона. До БКБшек еще времени очень-очень много. Ну, посмотрим, что получится сделать за счет встроенного БКБ у товарища Лайфстиллера. Но пока ничего в этом отношении не происходит. Фух, ну опять что? Же, мы уже видели эти сборки на гирокоптере с Аганимом 1 артом на этом чемпионате. Посмотрим, как будет работать Мэлштром. Это более традиционный стиль. Да, и БКБшка после этого, потому что очень сильно может мешать Джерекс. Слишком сильно. Ну, то, что только Джерекс Топсон, это чисто дэмэдж магический, да, инвокер никакой. Особенно не экзортовый, а классовиксовый инвокер намного очень больше противный, дамажит да. Именно магией. Потому что с руки у него ничего нет, а Лакрит тоже не особо хорошо прокачивается. Выходит в спину, он сейчас все будет палить. Челес вообще не боится того, что здесь происходит. Он выходит на передовую. И есть, Ревич подцепили инвокера. Инвокера заберут быстрее всех. Не получится ли его подсейвить? Он пытается уйти. У него пока что почти вышло. Но есть ракета. Его держит на месте. Его контролируют. И Дасты тоже были с собой. И все сложилось очень удачно. Сошка, подкоп от новый. Еще один фраг, возможно. Челес. Нужен гаш. Гашечку дают. Сошка. Все-таки он должен здесь погибать. Опять же, тайминги от него айспата в начале этой драки, когда он пытался сразу же застанить Тайдхантера, который ты пошелся на топ, были не идеальны. Джерекс инфеста на топ, на Шрайн, на свой собственный. Сейчас будет контратака от него. А куда же он влетает? Не идеально, но магнетайз был повешен. Сайленс по троим сверху. И тут та же еще и замедление. Инфеста. Анна влетает. Можно убить. Можно убить. Мэйби. Да, шикарный фраг для него. Очень такой план капкан получился серьезно. На самом деле это был большой риск идти ему одному вместе с Анной внутри, но этот риск оправдался. Это в принципе, размен годный. Никто такого не может ожидать. Я не думаю, что LGD могли даже подумать, что что-то подобное сейчас произойдет. Они зашли на чужой шрайн, думают, что окей, мы избавились от двух оппонентов, все в порядке, все замечательно. Но здесь прилетает Анна, причем которая сидит в инфесте до самого конца просто. Пока Джерекс не погибает, он не вылезает. Ну, вряд ли они думали, что-то на мотив, потом дурачок пошел один. Я думаю, что такое можно было предугадать. Но с другой стороны, в таком случае Тини должен грамотно позиционироваться, потому что именно Тини — это тот герой, который очень серьезно страдает от Найкса за счет количества. Он мог переоценить свой жир. Это здесь могло случиться. Да. А когда дело касается Найкса, это опасно.
И несмотря на то, что драки вроде как идут в среднюю сторону, непонятно, то есть OG порой получает очень шикарные киллы на кор позиции, все равно NetWars продолжает расти в пользу PSG. Уже 6 тысяч. Прилетает Топсон. Есть ЕМПХа. Вместе с Торнадо. Все это влетает в FY. Одного виспа, окей, заберут. Надо вырезать его в первую очередь. Вообще никакой файт не должен начинаться, пока не вырежут виспа. Самое обидное, что он успел закупиться мекой. Самое обидное для OG, я имею в виду. Они как раз-таки хотели остановить его фарм в какой-то мере, потому что у четверки слишком много сейчас. Maybe. Находится очень неудачная позиция для всех, кто пытается через лоу-граунд пройти. Топсон оказывается в эпицентре событий. На него ракета кастуется. Колдаун еще сверху по троим. Ну, а она тут оказался в это время в рейдже, поэтому для него все было хорошо, но вкатывается при этом в тени. Тини могут убить очередной раз, и это происходит. Maybe. Maybe погибает, да, уже очень-очень много раз подряд. И это проблема. По-моему, уже три раза подряд он погибает. Один раз на миде, другой на топе. Сейчас в собственном лесу. И Топсон не хочет останавливаться на достигнутом. Он хочет найти Зичелиса, потому что рейвиджа все еще нету. Находит Ами, Торнадо, ЕМП. У Ами нету маны. Анна просто втирается в тавр. Чилис рядом. У него есть ревич. Можно нажимать, но он прекрасно понимает то, что она среагирует. Она должна среагировать здесь, иначе быть не должно. Нужно дождаться просто, когда он прожмет рейдж. А здесь FY сами уже готовы. Они рядышком. Не знаю, насколько быстро сейчас колдаун откатится, с учетом того, что он его совсем недавно кастовал. 8 секунд, да, время было бы. Но не стали идти, не стали давить. Они понимают, что начинается небольшая потеря контроля над ситуацией, потому что заходят в их лес, форсируют события, сами навязывают драку, еще ее выигрывают. И такие ситуации допускать нельзя. И NetWars немного опустился. И, кстати, хотелось отметить, статистику по рунам показывали. 11 за LGD и 5 рун за OG. Ну, тут контроль рун очень хороший, то есть преимущество во многом за счет этого тоже набирается. Левелинг тоже очень хороший у коров по LGD. Правда, немножечко проседает Maybe. Мы это видим. Топсон уже обошел его на один левел. Пошел там смачок на топ, я так понимаю. Собираются они выйти здесь за конгайца. И опять навязать драку. Виспа? Опять навязать драку. Да? Но потому что именно сейчас и нужно это делать. Мы слышали аналитиков, они говорили о том, что у PSG LGD шикарный лейт, они попался. Просто должны пережить. Ну, тут ему никуда не деться. Пытался притизериться, и я думаю, что это тоже можно было увидеть, но вряд ли под тавер пойдут драться. Интересно, какие планы у Анны на следующие артефакты, потому что от него зависит очень-очень много этот изолятор. Это темповый билд на Найкса. Максимально темповый. Тут вариант, где отказываются от рейдинса вообще и берут исключительно на драку, еще раз на драку. Ну, таким образом, с дизолятором можно будет быстрее пробивать товара. В принципе, с физикой все не так хорошо у OG, да? Это квасовиксовый инвокер, который, соответственно, по физике не очень хорош. То же самое касается Дарксира, Спирита, Джекироса. И именно Анна будет тем самым героем, который должен пушить товара. Поэтому дизолятор шикарно под это подходит вместе с амблетом. Ну, также пробивать гирокоптеры условно. Да. То же самое касается там и всех, в принципе, у команды OG. Да. Пробивать надо всех. И снова попался. Слишком, слишком близко подошел. Это было слишком опасно. И он оказался убит. Все. Хороший ганги. Опять же, это, по-моему, кстати, был второй, вторая смерть Никса. Здесь очень-очень хорошее у него было начало у Икснова. Старался как только мог, помогал топу, помогал ботому, помогал центру. Но сейчас немножечко подвидел. Опять же, наверняка варды расставлял. Как раз если касаемо вижена, то LGD, посмотри, насколько глубокие варды. То есть они не собираются драться у себя наполовину, они собираются драться максимально на чужой части карты, особенно на ботомных лесах. Там целых два варда, плюс еще один под тир, один вышкой. Но это также позволяет чекать, что там у Найкса происходит постоянно, и это очень важно, потому что в зависимости от его билда приходится корректировать как-то билды коров и команды LGD. Ну, Paris Saint-Germain и LGD здесь, видим, пока что вот набрали это стартовое преимущество, но дальше как будто позаглохли. И многим, наверное, могло бы показаться то, что мы топим за OG, но мы хотим просто не однокалиточные игры. Да, это и факт. Здесь началась борьба, действительно, это безумно радует, то, что как-то огрызаться начали OG. Конечно, о камбэке говорить пока рановато, но смотрим. На ботом релокейт прилетает здесь, пытается прикончить Себа. Пошел тост, пошла гречка сверху, Мека от FY и Сеп, ну здесь должен умирать. Суржит! Прилетает полено, но не уже убивается но и Ноурна. О, какая боль. Тем временем одновременно с этим убивает еще и FY, который прилетает обратно. А до этого момента еще и Ами. Это намного-намного более серьезные и жирные киллы для OG. С учетом того, как жизнь сейчас наказала уже на этой карте Себастьяна, тут он не очень боится этого фрага. На самом деле, будем честны, мы, может быть, немножечко больше подтапливаем за OG и за Сошки. Просто потому, что человек приходит на сцену спустя с 15-го года, не участвует. Участвуя в про-матчах, он на арене эпицентра. И на мой взгляд, это что-то совершенно невероятное. Это отдельная история, которая, правда, повторяется в случае, если брать Себа. А она на миде. Тир-1 вышка. Тир-1 вышка почти упала. Последний тир-1 со стороны команды Paris Saint-Germain LGD. И она падает. Просто без боя решили отдавать, при этом построить какую-то атаку в обходе. Но вот, это очень рискованно. Икс снова попался уже. Есть рассказ.
не дали ему уйти. Айспас отличный, но влетает в этот раз на Топсона, и Топсон погибать должен первым. Его убивают до того, как он успел что-то сделать. Сразу же байбек возвращается обратно в драку. Челис пытается оттуда уйти. Ревыч уже потрачен, он застрял, не получится. Айспас, Анна, как же он его грызет, насколько же это больно. Эфай пытается спасти хоть что-нибудь. Ворожал Мекку, пытался спасти Тайдхантера, но зря он это делает. Анна продолжает доминировать, это уже даблкил. Нова, его тоже нужно цеплять, его можно здесь убивать. Есть ли хоть какой-то вижен там на Виндету? Maybe. Уходит на Вотом, но здесь Топсон. Его 100% догонит, Джеракс рядом. И нету никаких шансов у Мэйби здесь спастись. Или все-таки есть гречка? Отлет. Воу, блинк, даггер аут. Но урна, урна все еще на нем висит. Не Топсон, добьет никогда. Топсон может его найти так Топсон! Близко. Оу! Что происходит здесь? Тем временем Нову тоже нашли, но мы видим то, что он все-таки там на нем уйдет. Висели, Ами, так-то. Ами рядом с Анной. Кусаются. Здесь еще и летит релокейт. Висп может поддержать, а она через рейдж тип-аут улетает. Ничего не сделать с ним, действительно. Ну, тут на тоненького ушел Maybe. Вообще шикарная работа от него. Но по-прежнему мы видим то, что первое место сохраняется за Никсом. Найксом, прошу прощения. Самое неприятное, конечно, это то, что Топсон не смог получить свои киллы. Да, он помог Ане. Сколько дэмэджа нанес? Смотри, один заработал копейки. Да. Но вот помощь есть. Но байбек ты потратил, минус 820, если взять, что это квасовиксовый инвокер, он должен быть темповым, и любое замедление развития по нетворсу очень-очень серьезно напрягает его. Тем временем Тайдхантер уже вышел на топ-4 по нетворсу. Да, Тайдхантер, видимо, у него все хорошо складывается. Правда, немного печалит то, что у него нетворс практически равен тому, что есть в Maybe. Вот это из печального. И надо что-то Maybe наконец-то уже делать, потому что вечно попадается. В этот раз ему повезло, он не умер. Отличная работа, конечно, он шикарно там смог избежать атаки. Там спрятался между двух елок, и для него это все закончилось отлично. О, да. А инвокер тут пока будет делать... Друзья, сейчас будет драка. У меня есть серьезное подозрение на это. Есть инфеста, есть маки. Еще громче нужно. Вот это похоже на правду. Эта драка должна быть крутой. Подождите. Нету ревейджа, это самое главное, почему сейчас начинает давить уже нету важного ультимейта, который столько уже палок в колеса ставил. Не хватает пока денег на иммунитет к магии для остальных. И Джеракс, как же на него байтит, как уже же на него байтит Джеракс? Ну, с другой стороны, Нова отлично инициировал, он даст всю инфу своей команде. Ами приходит вместе, совпаем сюда же. Джеракс живой! Бежать нет, ракета его все-таки добьет уже 100%, хотя есть отхил, он жив, и можно контр-инициировать, но боятся Чилиса и его рейвиджа. OG не смогли при помощи этого смака найти свой файт. Они Нову забрали, да, окей, но это мало. Да, денег вроде достаточно, 384 насыпало Топсону, но это всего лишь пятерка. Да, она дорогая пятерка, да, у него хорошие нетворсы. Но уже, я так понимаю, так и никого не потеряли. Да. Позитив лучше, есть. Чем могло бы быть. Но если бы они выбили еще кулдауны, вот это все, потом открыли бы себе возможность выйти Glimmer на Рошан Cape. И так далее. Glimmer Cape, да. Интересное решение от Топсона. Как оно вам, друзья? Непонятно, да. Я понял. Хорошо. Тебя просто все игнорят, да? Правильно. Ну, это правда странный вопрос о том, как вообще Glimmer Cape. Ну, то есть я имею в виду, хороший ли это артефакт. First Time Dispatch написано было у нас на экране, так что это решение вполне нестандартное. А у Герокоптера тем временем 10-секундное БКБ уже имеется, и он будет делать бабочку. Yep. Себастьян, чуть поллица потерял, пришел, надо бы уже уходить. Так вот, Glimmer вроде с одной стороны, с точки зрения инвиза не особо важен, да, потому что у него и так есть инвиз. Да, но с точки зрения макдэмэджа это правда очень хорошая вещь. Особенно если взять то, что он имеет очень хорошую скорость бега и в любой момент может помочь любому из своих тиммейтов. Соответственно, это скорее такой подсейвающий артефакт не только для него самого, но и для его тиммейтов. Смог от LGT. Интересно вообще то, что он такой саппортский итем решил пойти. После этого уже будет аганим. Посмотрим, насколько быстро он появится. Пока что его нетворс тоже оставляет желать лучшего. Есть смог. И будет ли какая-то удачная попытка? Трудно, конечно, пересечь эту реку. Будет. Но врываются просто сразу на сошку, его сбривают. И все. Неприятно, но это пятерка. Да, ничего пятерка. Страшного. Опять же, смог на пятерку — это очень дорого. Мы все прекрасно это понимаем, потому что, ну, все еще никто не может здесь сошка выйти вперед. Сошка себя дешево не продаст. Это правда. Ами заходит на тир-1 вышку, кстати, все еще она стоит у OG. И в ожидании. Пока, кстати, Maybe не ощущается. Здесь, да, у него 10 тысяч нетворса, да, Топсон, что он делает? Какой же он сумасшедший, ему просто дают чейнстан, и он никуда не уходит. 77 секунд таверни, байбека нету. Fight me, говорит Топсон. Я, если честно, не очень поняла, как он здесь рассчитывал. Возможно, не рассчитал количество людей, которые здесь будут. Возможно, не рассчитал, что на него здесь выдадут сразу же ревейдж. Но в этот раз байбека нет, вернуться нельзя, подраться тоже нельзя. Его команда не собиралась, судя по их позиции.
Ух, и при этом на этой карте Рошана-то еще не начинались. Нужны бунтосы. Джеркс хочет бунтосы, он забирает один. Мэйби тем временем забирает два на боте. Все правильно, все правильно. Ну, хотя бы сейчас нормально поборолись за них. Интересно то, что ПСЖ вообще могли собраться и побороться за все, потому что топсона нету. Но, видишь, решили похолодить, потому что Ревы же не имеется. Но они там такой дикий перевес по рунам все равно имеют. Они успели на этом набраться. Но сколько времени, уже минут 10 вообще не растет преимущество. Вот в этом большая проблема. Оно уже не имеет такой ценности большой, эти 5000, как это было 10 минут назад. Потому что шикарное начало было у команды из Поднебесной, но OG все еще держит все. Может быть, не под самым лучшим контролем, может быть, они хотели намного более быстрой игры и яркой игры. Но Ана прилетает на мидл. Хотят навязать драку без Топсона. Интересное решение. Он еще 9 секунд в таверне. Ана прожмет ли рейдж? Нет, просто... Просто поймает он ракету. Он байтит. Хочет, чтобы подошли к хайграунду, как раз-таки, где Сошка уже сидит. Да, и но... Себастьян. Они знают, что Ревиджа нету. Именно поэтому такие, так, мы готовы с вами драться. Раваги нет, все хорошо. Ну а что, стяжка, стенка, а спас, все. О, вот, да, вот это неплохо. Таймер. Это грамотнейший таймер. Опять же, получается, что Топсон не просто так умер, да? То есть они реализуют его смерть из-за того, что он потратил противника Ревидж. Они будут сейчас видеть. А его видели, кстати. Да, видеть. Они видели то, что там земелья ходят. Очень так. Опасная ситуация. Не успел никого Мэйби подцепить. Отлично получилось. А тут на хайграунде уже все не так хорошо по вижену. Икснова попался под камушек. Челис тоже. А она просто выходит на передовую, попытается драться и пробивает Икснова. И как же быстро он теряет ХП. Ну, тут попытка помочь есть. И получается это сделать у Мэйби. Икснова просто спасен. Отличная работа. Ult LGD. Они тянут время. Они тянут время до того момента, пока у них не появится Ravage. Супер важный ультимейт здесь, потому что, опять же, БКБшка есть только встроенная у Найкса. Пока что у Топсона нету собственного БКБ, потому что он тратил деньги на Глиммер Кейп. Влет от новой. ИМПЛ туда же. Торнадо пошел. Раскат от OG. Нужно зафокусить хотя бы кого-то, но никого пока не получается. Не но, с другой стороны, Ами и компания все еще готовы. Рейвенджи, кстати, все еще нету. Влет в... Шкироса вместе с Найксом убивает. Анна просто не успевает ничего поражать. Здесь Топсон. Нужно на подсейве хоть как-то сыграть. Топсон нужно выбить слишком этот Егис. Слишком нагло находится здесь. Непонятно, как здесь конкретно это будет происходить, но Топсона продолжают пробивать. И как же много регена, еще есть и Ревич, но все равно не получается добить Топсона. Только сейчас это вышло сделать. Икснова очень много ХП потерял. Магнитайз. Нужно его добивать, пытаться, нужно что-нибудь. Магнитайз продлевают, Икснова погибает. Остальных уже добить нет шансов. Ну а тем временем Рошан достается команде Силы Тьмы и Ами. Совершенно непонятно, что случилось там с Анной. Именно он здесь был центральным игроком, потому что мы видели, как отлично сыграл Сеп со стенкой, магнитая сверху, очень много дэмэджа они дали. Но не хватало дэмэджа именно от Найкса, потому что он пробивает физухой. И да, здесь очень-очень сложный файт для них. 9000 перефарма для ПСЖ. Уже труднее ситуация, действительно труднее. Они проиграли не только файт, они проиграли Рошана. Они потеряли деньги, которые могли за него получить. И они потеряли Эгиду Бессмертия, с которой сейчас еще могут что-то сделать Paris Saint-Germain LGD. Ну, вот как-то ХП внезапно кончилось. Вдруг да. Вроде все было фул, а вдруг хоп и нет. Ну, но, может быть, не поигрался с армлетом до конца. Может, еще что-то случилось. Жаракс тем временем. Тэп-аут. Успеет, успеет. Было близко. Было близко, но живой. 18 уровень у лайфстилера. По-прежнему вот эту экономику OG держит он. Да. Если бы не было бы его, перевес был бы уже где-то 1015. Ну а пока у нас тихий фарм, давайте поддержим коллективы Эпицентр. Москва! Ну! О, похоже на правду. Пятница утром, вы знаете, вот заряженные иллюзии я бы не ожидала. Я думала, они сейчас и спать будут. Но это же не суббота утро. Все-таки тем временем у нас подцепили. Тайдхантер Чилис пытается уйти, маны уже нету. Все, выжгли ЕМП. Но есть подсейф от F5 вместе с релокейтом, контратака от Мэйби. Мне кажется, он не ожидал, что его тиммейты просто улетят от него. Он остается здесь один в окружении врагов. OG заберут Мэйби. Здесь практически 100% Чилис пытается помочь своему тиммейту. ПКБ бежит, бежит Мэйби. Нужен дэмэдж санстак под хил от F5. Боже мой, какой тайминг релокейта. Он просто вернулся. Эти ровно 10 секунд их не хватило, чтобы прикончить Мэйби. Пытается здесь уйти в индете нового, но есть вижен, и у него нет шансов. Ох, ну как это так получается? Это просто неясно. Вот сколько времени пытались его убить. Пришел висп, все, шансов нет. Под виспом драться мека, шансов нет. Мека подсейвила, конечно, очень много дэмэджа. Это еще очень много хила от F2 здесь. Ну, к нему сразу присосался еще, так что там вообще без шансов. С другой стороны, OG все еще прекрасно знают то, что у противника нет ревейджа. Они все еще хотят инициировать здесь файт, несмотря на присутствие Эгиса. Топсон в инвизе влетает. Ну, как интересно, пока есть здесь N3 вообще? Они могут быть здесь, но его чувствуют через гоствок, поставлена стенка. Хотят драться здесь уже, раз уж использовали ультимейта. Ами прожимает БКБ. Анна пытается прикончить гирокоптера, но дэмэджа у него, конечно же, здесь не хватит, особенно если взять F5.
Но там уже флэг кэнон, там опасно просто подставляться. Есть, Ревич попадает. И сразу же Джеракса должны покусить. Очень мало хп у него осталось. Пытался улететь, не получилось. Он что-то останавливается. И Анна попался. Его стопят. Его просто стопят через. Отличная получалась стяжка. Но УГ под это дело сделать. УГ надо бежать. Да, здесь очень-очень опасно играть. Но хочет на развороте. Сошка откидывает айспад. На самом деле ресурсов у УГ достаточно мало. Джеракс байбекнулся. Хотел забрать здесь дабл дэмэдж. И самое главное, что нужно здесь забрать, это, конечно же, руны, но. Нова получает их на боте, а на топе их забирает OG. 11 тысяч преимущества выбили Аегис, такой файт, и выбили Аегис только. Но с другой стороны, хотя бы это сделали, но мы... Но и кроме этого, кулдаун ревейджа. Кулдаун ревейджа. Именно сейчас OG придется действовать. Они понимают, да, что они проигрывают очень много золота. Да, они понимают то, что будет сложно выиграть файты, но если не действовать сейчас, то по факту никогда. Ага, потому что вот кулдаун. Вижу, Башер уже есть у лайфстилера и будет появляться МКБ. Очень важный артефакт, нужно больше дэмэджа. Мы видим то, что он не всегда пробивает Ами, особенно если у того БКБ. И бабочка Нагира. Поэтому МКБ must have. Ну, Ами такой не самый жирный сам по себе персонаж, и это очень сильно аффектит таких персонажей. Трудно, безумно трудно. 10 тысяч преимуществ проигрывают. По-прежнему эту цифру возможно перевернуть, но с каждым файтом становится все тяжелее и тяжелее, и это ощущается очень сильно в OG. Вот в последний раз была стенка такая, слишком ранняя, возможно, и из-за этого весь файт построился как-то вот абы как. Я думаю, что это наоборот байт был от Себа. Но байт на стенку довольно дорогой. Да, дорогой, но он заставляет противника идти. Опять же, был таймер еще и Ravage. Честно говоря, Чилис выдал не самый свой лучший Ravage на планете. Он по факту застанил только одного F-спирита. Да, ну внутри него, конечно же, был еще и Ами, но в общем и целом это не сильно решило. Ravage скорее был просто на то, чтобы хоть как-то замедлить и зацепить противника. Джеракс и видит. Такое ощущение, что не очень комфортно Maybe играется на этом тени. На других героях он исполняет намного жестче, честно говоря. Но это, опять же, возможно, мы просто субъективное мнение здесь. Ну, вторая позиция тени метова была, скажем так, уже давненько, там где-то годик назад или около того. Но мы видели исполнение Топсона, да, и да? Есть подозрение, то, что хотели показать, как на тени играть LGD. Тем временем спокойный фарм, 11 тысяч у нас у PSG LGD, все хорошо у них. Это на руку LGD, это на руку OG. Никто не хочет форсировать события, и, возможно, такой вот момент будет продолжаться до следующего Рошана. А есть подозрение, что OG должны хотеть. Ой, Себастьян, нашли их снова и должны его цеплять. Отличный подкоп получился. Ну, туда айспас перекрывает дорогу, пытается его зацепить как могут. Топсон. Да, есть колдснэп, он же не должен уходить. Это хороший фраг, поймали на ошибке. Мансевал, как боженька, с одной стороны, с другой стороны, стянул еще и 2 ТП на себя. Это достаточно много. Да, он умер, ну и что? Это всего лишь пятерка в данный момент, хоть и с хорошим форсом. Джеракс на топе. БКБ собирает себе у нас F-Spirit. Понимает, что очень много дэмэджа здесь магического улетает. Просто из ниоткуда, да, то есть даже не тебя фокусит, но ты все равно получаешь кулдауны, ревиджи. Это все необходимо нерфить при помощи БКБ. Топсон. Очень нагло заходит. Вот что-то он любитель таких. Ему, кстати, осталось всего лишь 500 до Аганима, ну, если не считать байбека. Вот надо теперь не помирать, он, видимо, решил на героя подфармить, как тогда. Так вас Виксовый обязан это делать, это вот проблема, что если ты не экзортовый, ты фармишь намного медленнее, у тебя нету ни алакрити хорошего, ни, соответственно, с этим фаржей. Это все необходимо для того, чтобы быстро фармить. Пробежался. Ну и, соответственно, так ты можешь сидеть в лесах и санстрайки кидать, и быть эффективным. Здесь квас Виксовый должен максимально спейсить, должен максимально бегать и хоть кого-то убивать, но пока... Теперь есть информация у OG, то, что LGD находится совершенно на другой половине карты. Обошли здесь все, поставили какие-то варды и никого не нашли. И сейчас может пойти речь либо о драке, либо о размене этого раме, но вниз LGD не пошли, они не стали идти к этому тавру. Так что OG. Позиция у них хорошая, но пойдут ли туда в принципе LGD? Возможно, это вообще финальный файт сейчас будет, потому что здесь могут, знаешь, вот этот финальный формат, когда как OG захотят с байбеками, со всем остальным пойти. Смог, от LGD. Они могут найти здесь Ану. Если они убивают, то это заканчивается файт просто. Опасно было. Сердечко ёкнуло. Но нет, пока ничего не происходит. Ну, в принципе, видим то, что половина команды LGD под контролем OG по Vision'у. Они хорошо расставили Vision, они хорошо просматривают позиции. И если бы они сделали это чуть раньше, то они бы и смог спалили. Да. Ну, опять же, мы видим то, что LGD, как и вообще классическая команда из Поднебесной, максимально терпелива. Это то, что отличает вообще, в принципе, их стиль доты, особенно от СНГ. А сейчас, возможно, навяжут файт. Очень-очень быстро врываются. Они видят всех на варде. Топсон. Да, все было тоже не так уж и хорошо, потому что OG тоже видели все на вардах. Вот это был сейчас хороший момент. Майнд геймс. Топсон. Напомню, что он с Аганимом. Напомню, что он жесткий здесь, но байбека нету.
Топсон попытался остановить, не успел остановить. Ставить, просто раскаст мимо получился. Надо подождать, когда закончится у Анны Рейч, и вот уже теперь можно будет действовать. Пайбэк, соответственно, от Сошки. Очень спокойно, аккуратно играет LGD. Посмотрите на них, они прекрасно понимают, что они могут сейчас халдить до появления Рошана. И да, надо выиграть тимфайт, но вопрос только в том, какими силами будет ли рэвэдж. В ближайшее время Ана влетает Нову. Нова точно погибает, если у него байбек, нет байбека. 4 на 5 ситуация. УДЖИ могут выиграть этот тимфайт, если все будет грамотно сделано. Чили слетает. Анна! Все-таки получает рэвэдж вместе с Сошкой. Прилетает торнадо. Надо хоть как-то посейвить. Но Анна нет байбека. Он не сможет двигаться в этом тимфайте. Он не сможет помочь своей команде. Топсон пытается уйти с гоствока. Есть вижен. Был вижен. Был вижен, но он до него не догонит. Джерекса найдут, Джерекса должны убивать. Но это та смерть, которую можно пережить. Но уже сделано два фрага. Уже убили. Это не та смерть, которую надо пережить, потому что скоро Рошан. И если бы Рошан прокнул намного раньше, а он мог бы это сделать, то в таком случае LGD уже получили бы себе Aegis. Там по таймеру такое ощущение, что секунд 30 осталось, очень быстро двигается. Минута времени. За минуту в целом здесь все откатятся, кроме Джерекса. Но ситуация 4 в 5 уже не устраивает команду OG. Они не могут драться не все вместе, потому что даже все вместе они не так сильны. Здесь опять же Чилис, видишь, максимальный фокус в принципе от всей команды PSG LGD на Экса, потому что, окей, мы не особо боимся Топсона на инвокере, да, он хорошо раскастовывает, да, из-за него проблемы серьезные могут быть у Мэйби, если тот не прижимает во время БКБ, но, опять же, на Экс здесь не выживает, Манта ему оставил. Это нужно, Манта. Понадобится, тут всякое на него повесить любят, и сам по себе просто даже ради дэмэджа, ради стартов, этот предмет полетел очень хороший. Полетел Себ! Себ далеко что-то как-то ушел. Получается у него уйти. Отлично, зал поддерживает. Он пытается убежать отсюда всеми силами, но не получается. Его останавливает ракета. Ракета, которая его прикончила. Да, просто фид за фидом продолжается пока что от OG. И действительно радости никакой не дарит в последнее время. Файты какие-то, знаешь, разделенные максимально. Нет вот этого дефолтного стенка на стенку. Возможно, каких-то контр-инициаций интересных пока. Очень спокойные соло, даблкиллы. Опять же, LGD идеально позиционируется. Возможно, опять же, мы да, не всегда видим Maybe. LGD, вот, а OG как получится. Да. Но опять же, с их стилем, с их пиком нужно быть с разных сторон. Да, инвокер у тебя не может в лоб идти. То же самое касается в спирита, он должен заниматься чем-то сзади. Ну и, конечно же, фронт-лейн у них попал, кто это Nyx вместе с Джерексом. Опаньки, вот это, а конечно. А тут аганимчик уже оказался. И ну, дальше Дейдалус, и вот с Дейдалусом будет еще веселее. Дейдалус — это такой олдовый вариант больше. Так с Аганимом отлично работает вместе, то что это же физуха. Действительно, поэтому видим то, что у него здесь будет много дэмэджа. Он тоже должен тащить физуху, он тоже должен тащить это все на себе, и с учетом того, что у него 3500 хп, он будет очень крут. Тут главное под это все не попасть, потому что лесоповал — это очень-очень жестко, очень много дэмэджа, и OG могут просто его не пережить однажды. И, конечно же, Топсон захочет его зафокусить, конечно же, он захочет сбить, но опять же, есть БКБ, для этого можно его прожать. OG. Будут выходить на смоук сейчас. Икс снова может это дело запалить, попытаться. Но пока он проходит прошпит, чекнул Рошана. Рошана нашли, на Икс снова улетают. Отлично, подцепили его. Должны первым убивать. Ждут, просто LGD ждут и врываются. Через делает отличный ревиш. Есть еще и колдаун. Уже минус 2 сделаны. И Джеркс погибает вместе с ними. Размен только на одного. Проходит еще и Себа. Себ пытается уйти. Вполне возможно, что у него это не получится. Да, все-таки его добивают. У него нету байбека. Так же, как и у Сошки. Топсон в этом тимфайте просто не нашел себе места. Опять же, Нова просто герой всего. Всей этой игры он постоянно забирает на себя фокус, постоянно дает очень много информации о месторасположении противника. И Чили используется этим. Отличный ревич, заход на хайграунд, теперь депаться по факту нечем, придется байбека целя давать сторону. Они просто не стали заниматься Рошаном, они просто пошли на хайграунд, и это все получается для них очень круто. Они в трон пошли! Так, или все-таки не трон, непонятно совершенно. Нет, все-таки решили удержаться от этого. Вся игра PSG основана именно на том, чтобы максимально терпеливо, безошибочно отрабатывать каждый момент игровой. И здесь они решают то, что нет. Все-таки трон — это слишком много. Выбили байбек на спирите, да. Ну, трудно сказать. С любой стороны они могли бы зайти, будет там возможность это сделать, потому что два вышки стоят по бокам. Они могли бы две стороны просто в легкую снести. Ты видел, как быстро они пушили и пошел лесоповал по Рошану? Очень быстро падает, вообще ничего не успеет сделать. Подожди, торнадо, ну, можно было бы, конечно, попытаться влететь, но нет, все-таки сырый Аегис останется. Ну, у него нет блинка какого-то, так бы, чтобы попытаться, поэтому все, что мог сделать, рассказал. Джерекс был рядом, он мог вкатиться, попробовать. Хотя, конечно же, PSG идеально позиционировали для того, чтобы полностью закрыть Аегис с собой.
не дать, соответственно, Джерок. Ну, там еще хорошо. Нужно при этом угадать по таймингу, скажем так. То есть он угадал, внезапно так получилось, но среагировать на это уже никто не успел. Это все был большой риск, и если бы это получилось привернуть, это был бы просто next level play. Ну, для PSG все идеально, но если говорить о OG, хотя бы минимальные позитивные моменты, это то, что Ана не байбекнулся. Они не смогли выбить этот байбек, даже несмотря на то, что пошли на Ancient. Топсон. Ну, теперь у них есть сыр, Аегис, и поесть, пойти в бой. В принципе, уже можно. Очень-очень голодает Топсон, конечно, до 25-го левела. Ему очень нужно 25-й. И он хочет, конечно же, выйти уже побыстрее, но экспириенса негде достать. Maybe его находит, БКБ прожимается. Интересно, если под сейф, может быть, какой-то релокейт, и снова рядом в инвизе. Пошел под стан на инвокера, влетают все команды на новую. Снова ситуация такая, в которой на муравья влетают все. Ну и, конечно же, контратака от ПСЖ. Топсон очень серьезно проседает. Дает максимум замедления на Тайтхандера, тут погибает. Есть релокейт вместе с Сами и Фаем. Он просто не нуждался по цеви, его не могли пробить. Сколько времени его били, половину хп снесли, но это, конечно, здесь провал полный. Ну, их снова снесли, конечно, никого не потеряли, уже хорошо. Феракс. Смогут ли они найти какую-то еще возможность инициировать, потому что Никса нету, проблем нету. Вот, есть смотри, байтит, правда, байтит уже. Челис. Нажать кнопочку, да, даже нажимать кнопочку не надо, Сошка и так умирает, а она прижимается рейдж. Вот как только закончится рейдж, его сразу же прилетит драйвэш от Челиса. Челис готов, нажимает одну на двоих, хорошо, но Анна здесь не выживает, слишком много минус армора, 85 Топсон. Секунд таверни. То же самое касается еще и Топсона, и у него хотя бы тоже есть байбек. И два байбека сразу же у тот же, они готовы драться, прилетают на Шрайн, все вместе с Джераксом. Будет ли хоть какой-то контрзаход, да, цепляет Мэйби. Нужно его пробивать, ну как же ты его пробьешь, какой же он жирный. Ну ладно, в конце концов, он умирает, у него тоже есть байбек. 18 тысяч перефармили PSG LGD, они не теряют Аегис в этом тимфайте. Они теряют только сыр. Да, и при этом там столько времени байтил с ним, когда сделал блинк уже в центр, ну, замеса, в центр противников, где находились они. Он просто встал в ФК на там секунду 3 где-то вот такого плана. То есть ему было ясно, что он ждал того момента, когда начнут его бить. Так, и там вообще заруба от Топсона, нашли Фая. Наконец-таки у них получилось найти Фая в самом начале такого мини-файта, потому что здесь, конечно же, LGD не будут контринициировать. Байбек есть, поэтому за хайграунд бояться вообще LGD не стоит. Надо выбивать байбеки. Все, что тебе нужно, Нова. А теперь уйди. Хороший кулдаун. Ревидж сверху. Что вообще здесь происходит? Нереальное количество дамаги. В OG вписывается. Топсон пытается уйти. Отличная контрреза. Сева! Какая же стенка стяжка? Все это могло бы сработать, но дэмэджа все еще нет. Топсон пытается убежать. Что он здесь сможет сделать? Ничего. Она тоже погибнет вместе с ним. Суржи на Ану. Нужно как-то замедлять. Рейдж будет через секунду. Нужно просто бежать под рейджем. А Челис не может его остановить. Он бежит дальше, он убегает. Но там ракета летит за ним все это время. И они пойдут до конца, пока ракета не долетит. Шрайн прожимается. Но слишком мало хп от Регенч успеет. Челис. Они его убьют. Они убьют, и байбека не будет. Это без байбека Топсон, это без байбека Ана. LGD могут прямо сейчас идти и заканчивать первую игру на эпицентре. О, это очень-очень сложно вытаскиваемо. Я бы сказал, что это практически это уже не вытащить. Это уже не вытащить. 100 секунд без лайфстилера. 84 секунды еще будет без инвокера. И как здесь жить, как продолжать драться, вообще не ясно. Ну и будем ждать продолжение развития событий. Видим, Сошка выкупается. И сейчас борьба на троих будет, видимо. Хотя Джеракс может погибнуть гораздо быстрее. Ну, Джеракс здесь все правильно делает. Он пытается хоть как-то выиграть время для своих хоров. Но опять же, LGD идут прямо сейчас заканчивать первую карту московского эпицентра. Сеп. Ой, собственно, таверна. Но они просто смотрят, как их добивают. Здесь уже ничего не сделать. Знаешь, это как вот в пабе бывает, когда ты сидишь и ждешь, потому что ты ничего не можешь делать. Ну, поцепили еще также Сошку, его достали оттуда, Себастьяна тоже достали, он тоже погибает. И только сейчас пишут две заветные буквы GG, LGD побеждает на первой карте. Поздравляем коллектив из Поднебесной с первой победой. В принципе, было не очень сложно. Да, были моменты, когда LGD могли зацепиться, но все-таки терпение. Терпение, очень-очень большой контроль над собой. И это все вместе дало победу. Опять же, хороший драфт. Они отдохнули хорошо. То ли они подключились, но они действительно, вот, уверенность чувствовалась от начала и до конца. Они такое ощущение, что всегда контролировали то, что происходит. Ну и вот LGD показывают, как они выходят. Ну, та уверенность, на которой арену, они играют, видна была и на Диснейленде. Там просто немножечко не хватило. Но здесь у них изначально все-таки не пошло в плей-офф стадии. И вот оказались они здесь. Но, тем не менее, лузера, первая карта у них двигается неплохо. Самое главное посмотреть, что будет дальше. 2-0 или 2-1, что мы увидим. И это мы узнаем совсем скоро. Да, именно так. И, конечно же, хочется сказать то, что хорошая игра с точки зрения
Вот это интенса, но, к сожалению, окончание все-таки было совсем-совсем грустным. Но каким-то, я да. еще спрошу парней потом вообще, что происходило, потому что после матча еще будет потом в окончании БО3. Да. Так что действительно у нас получается такой расклад. Первая карта – победа команды LGD. Ну а что будет дальше? Узнаем у аналитики. Узнаем у аналитики. Да, спасибо Даше и Диме. Отличная первая карта получилась. Очень эмоциональная, очень насыщенная. Зрители пришли на арену ради хлеба и зрелищ. Зрелище было, хлеба не было, но были гречки, которые отлично хлеб заменили. И команда LGD стала навязывать агрессию прямо с самого начала игры. Мы ждали этого от OG, но ведь, по сути, именно китайцы начали душку прямо с первых минут игры. И очень положительно это в итоге для них закончилось. Да. Все верно. Все так. Верно. Задавай вопросы. Да какие вопросы? Ну, ты игру я смотрел? Я смотрел, конечно. Какое мнение у тебя по ней сформировалось? Я считаю, что ОГ молодцы в том плане, что игра даже замена не показывает настолько неплохую доту. То есть было пару моментов, где они проигрывали максимально сильно, но что-то пытались сделать, что-то получалось сделать, что-то находили. Но в целом LGD реально молодцы. Парижане. Позвольте мне помочь вам, чтобы вот как бы не было ответов из серии. Вот они молодцы, эти тоже молодцы, и все-все молодцы. Дмитрий, вы ставили на... Я ставил OG. Да, да. Что, по вашему мнению, они не сделали, чтобы в вашем плане они победили? В вашем моем плане лайнап земель Дарксир выигрывает линию. Так. Но Гирокоптер фармил. Ну, не совсем, нет. В моем понимании не совсем фармил, но здесь он настолько фармил, что они сделали пару убийств, чувствую себя просто отлично. Здесь не то, что был фарм, здесь был фулл фрифарм для Гирокоптера. И отлично все дела были у виспа, то есть быстрый левел, быстрый талант, и в дальнейшем с этого всего каждую драку просто удавалось вытаскивать того, что он выхиливал там на лоу хп. Из-за того, что ранее мека, ранее грифсы, Рошанов удалось забирать, то есть в одной из драки сыр порешал, например. Ну, в земле Дарксир они выигрывают лайн обычно у милишных персонажей. Тут у тебя, во-первых, Гирокоптер, он ранжевой, ему плевать на эти щиты. Под тауром он все добивает, там при помощи виспа Бережа, если Дарксир заходит за тауэр. И, ну, Дарксир ему еще выхиливает, если он как-то где-то там эту агрессию получает на ранних левелах от Спирита и Дарксира, когда под двумя щитами пытается на него бежать и угангать. Ну, висп, который стоит на дистанции, который стоит под тауэром, он просто не дает Гирокоптеру умереть. И плюс ответная агрессия у тебя идет. Если ты ошибаешься, они тебя моментально забирают, потому что Береж очень сильное заклинание вместе с торпедой. Тогда я бы еще добавил, что как минимум стоило подумать о том, что в вариантах фокуса саппортов нужно выбирать не Икснова, а Виспа. И вырваться в Иксфай. Да мы уже неоднократно видели вот эти вот матчи, когда ну, люди реально бьют с Гирокоптера. Они бьют. И ну, потом здесь даже не Гирокоптер, здесь всех били, кроме Виспа. Как баран. Баран об новые ворота просто бьется и не понимает, что происходит, почему они не пробиваются. Ну, между прочим, здесь Гирокоптер даже под виспом раза два уж точно умер. То есть команда OG действительно игнорировала FY, который очень своевременно всегда оказывался рядом с Гиролетом, но как-то вроде исправлялись даже, когда фокусили именно он Гирокоптер. Он умер, когда заканчивался блокинбар. Вот здесь он, в этом моменте, он как раз-таки умрет, потому что у него блокинбар только что был потрачен под тир 2. Он умрет, но у него эгги здесь. Опять же, вот его фокусят, виспа никто не бьет, хотя Топсон, он мог на своем хорошем мувспиде с фейзами и так далее просто подбежать и три раза ударить по виспу, он бы умер. И у тебя не было бы дальнейшего вот этого сноубола, который... У тебя земелья может ворваться, у тебя Дарксир может пойти, там, ну, слишком много вариантов, как ты можешь это делать. И работы по виспу не было, это, очевидно, большой косяк. И в этом вопросе, как бы сказал Диман, они не молодцы. Диман, Дмитрий, обратите внимание, как я круто задал. Да, тон, как я... абсолютно прекрасно. Вы сделали это один раз, я делал это 100 раз. Да. Ну, в общем, вы в целом молодцы. Дмитрий, у правильных людей учитесь. Дмитрий хорошо учится у Дмитрия. Да, 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 все общем... верно. Мы тут вообще отлично сидим, Серег. Ты тут общем... как-то немного... Я пойду, пожалуй, ребят. Ну да. Ладно, Дмитрий, вы сами-то что думаете по поводу игры? Я думаю, что у LGD слишком много, скажем так, прочности в пике, потому что у LGD очень много зависит от Эрспирита. То есть если Эрспирит ворвет, если он доберется до виспа, если у него получится, допустим, дать сайленс Никс Ассасина, если там Эрспирит хорошенько закинет Найкса, то есть вся игра OG построена на Эрспирите, которому нужно и завести Найкса, и стянуть на себя всю команду, позволить инвокеру с Дарксиром дать хороший рассказ, что потом еще и Джекир дал айспас. И в данном случае вот как раз вот какой-то Сларк смотрелся в 10 раз лучше, но, чем тот же Найкс. Но, к сожалению, просто героев уже почти не осталось, которые могли хорошо зайти. И в данном случае у Джи просто не хватало инициатора хорошего, уверенного. То есть больше половины замесов инициации были из серии «Прыгай Тини, минус 2», там, или «Прыгай Тини, минус 1», там, или «Врывает Стайт Хантер». Вот.
Или, может быть, там прыгает тени, у него не получилось инициировать, он просто как в этом замесе, ну, просто там отошел, потом еще раз продолжил. И здесь у Джи нужно срочно задуматься, как именно они будут начинать замес, потому что, ну, как-то на одном эрспирите в рваторе далеко не уедешь. Соглашусь с тем, что у LGD с точки зрения инициации все было в порядке. На самом деле, большинство драк, которые были выиграны китайской командой, были выиграны за счет того, что очень круто они эти драки начинали. Ну, вот, допустим, вот хороший пример. То есть просто сначала станчик, потом еще станчик, потом еще станчик. И у G своей командой убегают. Они, то есть, убегают, хотя, казалось бы, они заходили на этот хэграунд и выступали с позиции силы. А как, все драку верно. Нормально не начать, если у тебя как бы 4 героя без блокинбара? Даже инвокер, он блокинбар этот как бы не собирался по ходу собирать. Он бегал с медалькой, там, с аганимом. С глимером. С глимером. А тебе реально, чтобы носить дэмэдж драки или хотя бы не держать вот эту жесткую позиционку, дожидаясь Тайтхантера, пока он ворвется, просто включив БКБ и стоять в драке и бить, там, подолакрить, или давать жесткий раскаст и прям на хорошем спиде влетать, давать айсволы прям в центре драки. Под может, любую стяжку, просто катаклизм нажимаешь, стяжку, катаклизм, и уже хорошо. И ты просто можешь в драке бить с руки, у тебя, ну, уже дэмэдж там неплохой у него. А как бы с глимером ты это делать не можешь, потому что ты стоишь и ждешь. Вот я сейчас пойду бить, а вдруг Тайтхантер ворвется, а после Тайтхантера... Да, бог с ним даже с Тайтхантером, с его ультимейтом, потому что это реально, ну, как бы массовое заклинание, да, и которое там кастуется. У тебя Никс, ну просто один герой, против которого стоит собрать блокинбар, это Никс, потому что любое твое заклинание, и у него с маленьким кулдауном, у тебя кто-то кастуется Карапас, и ты вообще не можешь, ты постоянно в стане стоишь, постоянно. На тебя хорошо моноберны работают в драке, как раз вот в 40-й минуте, когда Никс там уже раскачивает свой моноберн под максимум, он тебе просто треть столба сносит. Суппорт! Кастует в коре заклинание, минус треть столба. Ну ладно, там четверть, бог с ним. Я не знаю, почему. Статистика по урону. Герокоптер ожидаемо впереди планеты всей. На самом деле, Тайтхантер еще, его появление здесь, оно, ну, впечатляет в некоторой степени. Понятно, что действительно этот герой способен наносить урон, и при определенном раскладе он начинает этот урон наносить где-то, мне кажется, даже на уровне с Геролетом, но до этого игра не дошла все-таки. Ну, а команда OG, вот только Гуля, только Инвокер. Вообще сложилось такое впечатление, что не хватало им урона в драках, потому что периодический урон, который залетал в драках от Джеки Росса, он, ну, уже не пробивал на такой стадии никого в команде LGD. Можно сказать проще, то есть у них из-за того, что они могут начать первыми, почти все драки идут под диктовку LGD, где Герокоптер уже в БКБ и Тини в БКБ. Да. Вот эти вот суппорты смотрят, они ничего не могут. А герои LGD, они вот пока идет этот Chain Stun, то есть Ravage, потом станчик Тини, потом станчик Никса, позволяет их героям полностью раскастоваться, внести весь магический урон, и уже потом они добивают сурки. Да, и важный момент там будет это то, что в виде Дарксира вот на даблпик открывающий не стали добирать героев, которых он контрит. То есть у тебя Герокоптер, у тебя Тини, у тебя Тайтхантер. Три кор-героя, из которых хорошие иллюзии или сильно не получится, которые что хоть что-то будет по драке делать. То есть персонажи не статовые, они добирают урон именно там больше зеленым. Статистика по мидерам. Maybe провел далеко не самую выдающуюся игру, но и персонаж для него далеко не самый характерный. Я думаю, что от него можно будет ждать большего в целом, и команда LGD на него в любом случае рассчитывает, хотя не сказать, что он провалил карту в любом случае. Не супер, там какой-то мощный дэмэдж. Да, он просто вперед идет с хорошим раскастом, Avalanche Toss кастует, впитывает в себя за счет как раз своего ультимейта слишком много урона, он толстый, с блокинбаром, ему не пробить. А Герокоптер собирает все сливки, когда магер. В общем, ну, в очередной раз я вижу, что LGD пикают круто, они вот раз на удивление хорошо сыграли, то есть на самом деле могло быть и хуже. Вот они как бы потихонечку возвращаются в форму тех самых ужасных, опасных LGD. И я считаю, что если вторую игру они сделают то же самое, у OG просто нет шансов. Ну то есть просто LGD сейчас сильнее, чем OG заменой. Заменой. Да, вот это главный фактор. Единственное, с чем, пожалуй, не соглашусь, это то, что они на удивление хорошо сыграли. Просто если вспомнить, как начало игры этой проходило, команды и одни, и вторые отдавали очень много персонажей из-за того, что кто-то не в том месте оказался. Дмитрий, вы не видели групповые стадии. Вот если бы вы видели групповую стадию, вот вы сейчас поймете, что сейчас они сыграли бесподобно. Так, а по сравнению с тем, как они играли до этого. Контекст, безусловно, присутствует, но мы же сейчас эту карту не в рамках его рассматриваем. Ну, я сравниваю с тем, что было тремя днями ранее. То есть я уже радуюсь, понимаете, когда команда там, когда кор перестает умирать 5 раз подряд, там, в каком-то непонятном месте, я уже радуюсь тому, что уже он бегает с командой, он уже что-то делает, уже хорошо.
Уровень растет прямо здесь. Написать. Ну, понятно. Просто мы выявили глора китайской команды вот только что. Ну, или просто болельщика, фаната, скажем так. Дима, Light of Heaven. Просто сильные должны пройти дальше. Да, сильные должны пройти дальше, и они обязательно это сделают. Друзья, между первой и второй картой вашему вниманию будет предложен небольшой ролик. И также, чтобы обсудить эту встречу, первую карту, следующую карту, заходите на сайт dota2.ru/gg. Это форум, на котором вы можете обменяться мнениями по поводу увиденного. Показываем вам ролик, берем небольшую паузу и возвращаемся с предматчевой аналитикой второй карты.